Майк Тайсон продолжает набирать обороты. На этот раз легендарный спортсмен провел совместную тренировку с экс-чемпионом UFC Виктором Белфортом и показал крутейшую физическую форму на рестлинге. Белфорд сказал на своей странице в социальной сети: «Самый молодой чемпион мира по боксу с самым молодым чемпионом UFC. Майк Тайсон мотивировал меня стать королем», — написал Белфорд. Еще Майк был замечен в участии в рестлинге. Он снял футболку и показал невероятно крутую форму, которой позавидуют многие бодибилдеры в его возрасте. Дантэ Уайлдер решил попробовать. Подпишись на канал MMA Mania, ссылка в описании. Новый канал, где будет много крутых боев, которые не вошли в основные выпуски. What are you waiting for? Do it!